Люберецкие дворы продолжают приводить в порядок. В этом году в рамках программы формирования комфортной городской среды под благоустройство попало 27 локаций. Наша съемочная группа узнала, сколько придомовых территорий уже преобразилось и где еще предстоит поработать. В комплексное благоустройство дворовых территорий включено 6 обязательных элементов. Детские спортивные площадки, озеленение пешеходной дорожки, освещение, парковочные места, информационные стенды и урны для мусора. Первый этап замены асфальтобетонного покрытия завершен по 24 адресам. 3 двора городского округа пока находятся в работе. И далее мы приступаем уже к установке детских и спортивных площадок и зон. Конечно, сначала основания, потом уже сами комплексы и игровые формы. Адресный перечень дворов формируется по нескольким критериям. Прежде всего, берут во внимание обращения жителей и результаты голосования на портале «Добродел». Преображение вот этого двора на Щеблякова 18 ждали давно. На территории не было парковочных зон и благоустроенного проезда. Сейчас асфальтные работы выходят на финишную прямую. Комплексное благоустройство завершится в конце сентября. Адресный перечень дворов, которые приведут в порядок в следующем году, уже формируется. Луиза Эгиасарян, Денис Заугольников, Артем Морозов, телеканал ЛРТ.